Командар Мубаревич, за что Сталин казнил учителя советских маршалов Победы. Жуков, Конев, Малиновский, Мерецков – это была школа Мубаревича. Он был удивительным человеком крупных дарований. В марте-мае 1919 года он в качестве командира 18-й стрелковой дивизии участвует в наступлении против английских интервентов и белогвардейцев на Архангельском направлении. Затем на Южном и Кавказском фронтах успешно воюет против барона Врангеля. Однако противостояние наркому обороны СССР Ворошилову, близость к Тухачевскому и утрата авторитетной поддержки после смерти соратника Орджоникидзе сыграли роковую роль в судьбе высоко взлетевшего командарма. Попавший впоследствии вместе с другими фигурантами дела Тухачевского, Мубаревич был исключен из партии, уволен из армии и заключен под стражу. Командарм категорически отрицал свое участие в контрреволюционных организациях, однако в ходе следствия дал признательные показания.